Обнаружено тело 7-го погибшего в результате оползня в норвежской коммуне Ерум. Оползень был большим по площади, примерно 300 на 700 метров. Он сошел в среду. Дома в деревне Аск буквально затянуло в расселину, похоронив под слоем грязи их жителей. В поисковых работах использовались дроны, оборудованные тепловизорами, и служебные собаки. На месте трагедии побывала монаршая чета, король Харальд с супругой, королевой Соней. Мне сложно подыскать слова, чтобы описать происшедшее. Среди тех, кого продолжают искать, есть дети. Мы понимаем невероятную сложность задачи, но мы также знаем, что люди едины в том, чтобы найти всех, и нас это очень трогает. Сообщается, что оползень разрушил не менее 3 десятков домов. Были также нарушены поставки электричества. Не менее 1000 человек вынуждены были покинуть жилище. Их эвакуировали с помощью вертолетов. Многие задаются вопросом, как, зная об экспертной оценке геодезистов о состоянии почв, на строительство в этих местах были получены разрешения.